Выпадание волос, встреча с демоническими существами и другие страшные пранки в сегодняшнем видео. Погнали! Номер 6. Выбрасываем труп. Для начала тебе потребуется два больших пакета для мусора. Лучше всего подойдут 40-литровые. Полотенцами и бумагой мы будем имитировать человеческое тело. С помощью скотча нужно выделить голову, талию и ноги. Можно приступать к самому интересному. Бесцеремонно избавляемся от трупа. Будьте аккуратны, этот пранк не для слабонервных. Номер 5. Клоун из туалета. Найди в интернете страшную картинку клоуна и распечатай ее на А4. По углам приклей немного скотча и приклей картинку на стульчак. Закрой унитаз и наслаждайся криками жертвы из туалета. Номер 4. Кандированное яблоко. Тебе понадобится одно яблоко и одна луковица. И нормально так карамели. При разогреве разбавь ее глотком молока. Когда получится однородная кремовая масса, добавь немного красного красителя. Теперь можно приступать. Глазируй луковицу с любовью. И номер 3. Выпадание волос. Найди парик с идентичным цветом волос жертвы. Отрежь немного волос и подожди, пока твоя жертва заснет. Проберись в комнату и разложи волосы на подушке. Шок гарантирован. Номер 2. Возьми голову манекена и вставь ее в капюшон толстовки. Можно приклеить глаза для более эффектного вида. Будьте осторожны. В темное время суток, где-нибудь в переходе, этот пранк может быстро пойти не так, как хотелось. Будьте предельно аккуратны. Тебя предупредили. И последний пранк. Кровавый душ. Открути душевую головку и насыпь в нее порошок из капсулы, имитирующей кровь. Прикрути головку назад и подожди, пока твоя жертва, ничего не подозревая, пойдет мыться. Этот пранк не только прост, он еще и эффективен. Паника гарантирована. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующего раза. Чао.